Ну-с, начнем, пожалуй. Всем привет! Я рад приветствовать всех ответственных дегустаторов у себя на канале. Мы, как всегда, говорим об алкоголе и обо всем, что связано с ним. Сегодня не будет исключения. Сегодня будем исследовать продукцию от компании Абрау Дюрсо. Поехали! Как всегда, те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, и вам будут приходить уведомления, будете узнавать о видео самыми первыми. Обязательно оставляйте свои лайки и дизлайки, и также пишите комментарии, для меня это очень важно и важно в продвижении канала. Также не забывайте про мои другие соцсети, Дзен, Телеграм. В Телеграме можете узнать много нового, также узнать о разных акциях. В общем, все ссылки будут в описании, можете переходить, подписываться. Также, если хотите помочь каналу в развитии, в описании есть способ, как это можно сделать. Ну а теперь к видео, поехали. Те, кто смотрит мой канал постоянно, видели видео с выставки ProtExpo 2024. Вот здесь сейчас появится ссылочка, можете по ней перейти и посмотреть более подробно, если вы не видели это видео. Там я был на стенде Абрау Дюрсо, попробовал их кучу разных новинок. Мне очень понравилось и захотелось, конечно, все это перепробовать в домашних условиях, так скажем, более спокойных, и сделать это более вдумчиво. Поэтому сегодня будем пробовать их водку особую под названием 7 злаков и, собственно говоря, водку виноградную под названием 7 лос. Помнитесь, 7 лос и 7 злаков. Водка особая и, собственно говоря, виноградная водка. Ну и давайте начнем мы с внешнего вида. Внешний вид, на самом деле, достаточно простой. Бутылки идентичные по самому внешнему, по форм-фактору. Только отличаются этикетки. 7 лос, естественно, что здесь виноград такой нарисован красивый. А 7 злаков, естественно, здесь нарисовано разные зерновые культуры. И давайте посмотрим, что здесь написано у нас на контуре, на этикетке. Водка особая, 7 злаков. Что у нас входит в состав? Ячмень, зубровка, лимонная сорга, овес, пшеница, кукуруза, рожь. 38 крепость, партия номер 1, у нас первая партия. Бутылка номер 4369. Здесь все это дело пронумеровано, это здорово. Авторский проект Бориса Титова, роспись, собственно говоря, этого Бориса Титова. Давайте почитаем сзади, что у нас сзади на контуре этикетки. 7 злаков. Водка особая 7 злаков. Изготавливается из отборных злаков, выращенных на просторах Краснодарского края. Обладает мягким вкусом с приятным ароматом гречки. Прекрасное сопровождение традиционного русского застолья. Сочетается с сытными супами, соленьями, мясными блюдами. Так, вода, состав. Вода питьевая исправленная. Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья люкс. Ароматный спирт из растительного сырья. Крупа гречневая. Солод пивоваренный, ячменный, карамельный. Солод ржаной сухой, ферментированный, лимонграсс, зубровка, крупа пшеничная, крупа кукурузная, крупа овсяная, мед натуральный. Тут даже больше, чем написано, собственно, с той стороны. Изготовитель ООО «Лоза», Краснодарский край, город Сукко. Праздно России, крепость 38. Слушайте, ну здорово. Состав приятный, состав хороший, состав интересный. Давайте теперь посмотрим, что у нас по составу виноградной водки. И что у нас написано на контуре этикетки. Ну, в принципе, здесь ничего особо спереди не написано. 7 лос, виноградная водка, классическая технология, произведено в строгом соответствии с классической технологией. Это партия номер 3, тоже роспись, тоже номер бутылки. Ну, в принципе, очень-очень похоже по оформлению. Что здесь сзади? Многолетний опыт работы с виноградной лозой и стремление к совершенствованию мастерства подтолкнули винодела Абрау Дюрсо к созданию водки виноградной 7 лос. Купажирован дистиллят из 7 сортов винограда, ребят. И какие сорта? Аркацетели, Баяншира, Верментина, Мускат, Шардоне, Савиньон Блан, Вионье. Создает неповторимую палитру вкуса и аромата. Место происхождения винограда – Республика Азербайджан. Вот, оказывается, оттуда у нас виноград. Год урожая винограда 22-й. Ну, в принципе, сорта винограда я уже сказал. Изготовитель Шаки Шираб. Вот так это называется компания. Находится она в Азербайджане. В принципе, это не должно нас удивлять, потому что мы уже пробовали коньяк от Абрау. Вот здесь сейчас появится ссылочка, можете перейти посмотреть, и там он тоже разлит в Азербайджане. Вообще компания, как бы я так понял, сотрудничает с разными компаниями в других странах, и не только в других странах, и в наших странах, потому что у них есть коньяк Абрау Дюрсо 1870, по-моему, называется он так. Он произведен у нас на ДКК. В общем, вот ребята как бы делают интересные продукты, и в принципе не особо-то важно, где они произведены. То есть главное, что у них как бы получается на выходе. Так, ну что же, в принципе почитали, давайте все это дело попробуем. Посуда для дегустации на столе, а это значит, что мы можем все это дело налить. Так, виноградная водка.
Интересно будет, конечно, попробовать, потому что на выставке мне прямо она очень понравилась. У нее очень приятный аромат. И мне кажется, на самом деле было бы интересно в будущем. Мы в любом случае будем чем-нибудь сравнивать. Будем сравнивать с чачей, скорее всего, и, возможно, с граппой. То есть мне будет интересно прямо вот с такими напитками сравнить и понять, насколько он конкурентно способен, так скажем. Так, в правый от меня, в левый от вас мы нальем, плотненько закрыто, мы нальем виноградную водку. Да, блин, крышка такая достаточно плотно садится. И, собственно говоря, в левый от меня, в правый от вас мы нальем наш 7 злаков. Водка особая. Пробки, по-моему. А нет, не идентичные. Смотрите, здесь пластиковая, здесь под дерево. На 7 злаков. На 7 злаков поинтереснее сделано. 7 злаков, да, 7 злаков поинтереснее сделано. Хотя внутри, конечно, пластик. Так, и мы, собственно говоря, сюда наливаем 7 злаков. Так, ну что же, давайте сначала снимем первый нос. Это у нас виноградная водка 7 лос. Очень, очень мягкий нос. Очень четко угадывается виноградная тема вот в аромате. Это очень похоже на граппу. Очень мягенько, очень приятно. Вот такой, знаете, вот даже, наверное, не вот свежий виноград какой-то, а вот мезга, что ли, вот такая виноградная. Очень приятно. Так, 7 злаков. О, 7 злаков, очень мягко, не спиртозно. Спиртозности нет, и в нос прям ударил аромат гречки. Я люблю гречную кашу, и мне аромат этот очень приятен. При этом здесь какие-то еще вот есть тоже зерновые. И какая-то чуть-чуть проскакивает, вот какая-то, не знаю, цитрусовая тема почему-то. Хотя там цитруса, ну как такового никакого нет. Но это очень мягенько, очень мягко, не спиртозно. Давайте, знаете что, дадим им минут 20, пусть они чуть продышатся, а может они раскроются по-другому. Ждем. A few moments later. Прошло 20 минут, и мне любезно предоставили огурчик для того, чтобы закусить, собственно говоря, 7 злаков. Почему? Потому что здесь написано, что идеально с соленьями. И мы решили, собственно говоря, что это надо закусывать. Закусывать огурчиком. Так, давайте начнем пробовать с виноградной водки 7 лос. Давайте еще раз попробуем мы ее на нос. Нос стал еще более приятным, более мягким. В принципе, на старте тоже спиртозности практически не было. Но сейчас это стало более мягко такое, знаете, прям обволакивающее рецепторы. Очень-очень хорошо. Очень мягко, не спиртозно. И вот эта виноградная тема, она прям очень приятная. Но здесь как бы виноград, вот не чисто виноград, знаете, который вот чистый виноград, а прям вот с косточкой, с веткой, то есть вот все вместе. Очень здорово, очень похоже на хорошую граппу. Мне нравится, очень-очень достойно. Так, и давайте теперь... Давайте, нос 7 злаков. Здесь еще ярче стала гречка. Вот ее прям очень много. Это прям гречка-гречка. Такая гречневая каша. При этом спиртозность, ну, минимальна. Прям очень минимальна. Блин, здорово. Очень-очень здорово. Мне очень нравится по носу. И там, и там. Это прям класс. Это просто охуенно. Давайте пробовать. Это у нас виноградная водка 7 лос. Ваше здоровье. Очень мягенько. При этом, конечно, обжигает рецепторы. Это все-таки ближе, вот, ближе, знаете, даже вот я не могу сформулировать. Это вот очень-очень приятно по вкусу. Прям очень сильно проскакивают такие коньячные ноты. Коньячного такого молодого коньяка. Понятно, что это не выдержано. Здесь нет как бы вот этой дубовой составляющей влияния, бочки. Но это все равно вот... Сам исходный продукт, он здесь ярко выраженный. То есть здесь ты ощущаешь реально вот эту виноградную тему. Она прям очень яркая, очень приятная. Это очень мягко, очень приятно.
И вот какая-то легкая сладость даже есть. Я просто не помню, здесь есть что-то из добавок. А, вот, кстати, я до состава, кстати, по-моему, не дошел, да? Да, состав: дистиллят виноградный, вода питьевая умягченная. В принципе, ничего здесь лишнего нет. Крепость 38. Очень мягко, легко пьется. Очень четко и хорошо ощущается вот исходный продукт виноградный. Это классно, это здорово. Это хорошо. Это прям реально вкусно и хорошо. Так, давайте попробовать у нас 7 злаков. Блин, ну гречкой прям вообще пахнет прям изумительно. Это очень мягко. И здесь вот во вкусе гречка ощущается, но где-то далеко. И тут здесь на передний план выходит что-то цитрусовое, что-то такое лимонное. Вот это поворот! А, это, наверное, вот лимонное сарго и, возможно, зубровка дает вот такое ощущение. Это прям вот... Ну, это необычно, это прикольно, это необычно, но... Когда ты нюхаешь нос, то здесь прям пахнет гречкой. Когда ты пробуешь, то немножко сбивает с толку, потому что гречка прям, ну она где-то очень далеко. На первый план вот выходит вот такое, какая-то лимонная тема, цитрусовая чуть тема. Это вкусно. Это необычно. И это вообще не похоже на вот классическую водку в классическом понимании. Вот вообще не похоже. Так, давайте попробуем закусочкой чуть. С огурчиком прекрасно. С огурчиком прекрасно. Но, честно говоря, я бы, наверное, лучше пил в чистом виде, потому что в чистом виде, хотя, не знаю, может быть, если пить с топками, конечно, будет огурчик прям к месту. Но вот ее реально можно пить просто маленькими глоточками, потому что здесь, в отличие от классической водки, в классическом понимании, здесь вот четко есть приятные ароматы. То есть их можно вычленять, их можно ощущать на рецепторах, и это здорово. То есть если водку пьешь, как бы она, да, там, как бы, хорошая водка, показатель хорошей водки, что она мягкая, что нет какого-то такого, знаете, отстонистого, неприятного аромата, что мягкий аромат водочный. Здесь есть прям четко выраженные ароматы. Вот это гречки, а во вкусе какого-то вот такой цитрусовой темы. И это тоже, вот и виноградная водка 7 лос, я бы тоже, наверное, не пил ее прям вот стопками. Я бы пил ее так по чуть-чуть, потому что... Ну, это прям приятно. Это вот АДВИ, который выходит на старте, когда еще не выдержаны в бочках. Вот это оно. Это прям приятный аромат. Мне очень нравится. Очень нравится. Мне кажется, даже если просто вот его купить и залить там, грубо говоря, в хорошую бочку, дать ему настояться, может на выходе получиться какой-нибудь даже весьма такой неплохой бренди. Ну, это так, можно проэкспериментировать. Слушайте, очень необычные напитки, и этот, и тот, я не могу прям, вот, если выбирать между ними, я даже не знаю, что выбрать, потому что и то прикольно, и каждое по-своему, и то хорошо. Так, прям захотелось еще огурчика, можно я чуть-чуть съем огурчика, и сейчас еще выпьем, чуть-чуть съем злаков. Потому что вкус реально сбивает с толку, после носа, я имею в виду, после носа сбивает с толку. И это вкусно, это 38%, и при этом легко, очень легко пьется. Хотя у них, в принципе, я уже делал обзоры и на 7 овощей, и на джин 7 трав. Вот здесь сейчас появится ссылочка, можете перейти посмотреть. Там тоже все хорошо, и по ароматике, и по вкусу, и по мягкости. Прям, не знаю, Абрау у меня очень радует, очень радует. Это может показаться прям какой-то рекламой, но на самом деле нет. Это классные продукты. Вот попробуйте сами реально. Я еще буду их сравнивать по-любому с другими продуктами. 7 лос обязательно сравню с какими-нибудь граппами или чачами, потому что это в ту сторону. А 7 злаков не знаю даже, чем сравнить. Можно, конечно, попробовать с классической водкой сравнить, но классическая водка явно проиграет, потому что здесь прям, ну, ароматика необычная и интересная. Это надо какую-то водку тоже особую искать с какими-то настоями и пробовать. Ну, можно и архангельскую, кстати, будет попробовать. В общем, ладно, что-нибудь придумаем, что-нибудь попробуем. Так, ладно, это еще раз у нас 7 злаков.
Вот сейчас, кстати, после огурчика чуть больше стало гречки во вкусе и то, что было в носе. Блин, очень достойно, я вот даже ничего не, может быть, и хотел что-нибудь такое, ну, найти, знаете, какой-то минус, но я это не могу найти, и там вкусно, и там легко пьется, и там можно спокойно пить в чистом виде. Так, ладно, давайте к выводам. Ну, а что у нас в итоге? В итоге, ребят, все достаточно просто. Абрау Дюрсо, как всегда, меня радует, потому что вот реально из тех напитков, которые были обзоры на канале, ничего плохого я от них не пробовал. Все было вкусно, все было приятно. И это то же самое. Это вкусно, приятно, легко, мягко пьется. И это самое главное, стоит максимально адекватно. Цена колеблется там в районе 500-700 рублей, в зависимости от того, где найдете, за объем 0,5. Может быть, даже и дешевле. Вот сейчас здесь появятся цены адекватные на данный момент на эти напитки. Своим друзьям я бы точно порекомендовал. Вот от чистого сердца. Это никакая не реклама, никакое там не проплаченное видео. Это реально вкусные, приятные напитки, которые, ну, прям вкусные. Вкусно попить. И у них есть, самое интересное, что у них есть вот характер, то есть ты ощущаешь реально исходный продукт. Здесь ты ощущаешь реально, чувствуешь вот эту виноградную всю тематику приятную, и здесь ты ощущаешь вот всем злаков, ощущаешь вот эту составляющую гречиха, прям она прям гречка, она прям ощущается ярко, лимонная сарго ощущается, то есть вот эти все исходные продукты, которые здесь существуют, они ощущаются. То есть это отличается от такого классического понимания водка, водки, потому что так вот и называется, наверное, особая водка, потому что она реально особая. В общем, надо пробовать, чтобы вы поняли, о чем я говорю. А если пробовали, можете написать в комментариях, как вам, понравилось, не понравилось. А на этом все. Всем пока. Увидимся ровно через неделю.